Кустарник до 1,8 метра высотой. Листья не цельные, а три – семилопастные, похожие на листья дуба, откуда и произошло видовое название. Листья сверху темно-зеленые и голые, снизу опушенные до 20 сантиметров длиной. К осени листва приобретает фиолетовый, почти черный оттенок. Соцветия метельчатые, до 30 сантиметров длиной, с многочисленными белыми стерильными цветками величиной 3-4 сантиметров. Цветет в июне-августе, плоды созревают в сентябре. Не переносит извести, нуждается во влажной, богатой, легкой почве. Ценится за форму листьев и за крупные метельчатые соцветия. Гортензия дуболистная – это кустарники высотой 180 сантиметров. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Окраска цветка белый. Летом листва зеленый, осенью листва темно-фиолетовый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.